Ребят, всем привет! Данный выпуск влога будет посвящен распаковке подарков дочерью, которые ей пришли, от Деда Мороза под елочку. Кому интересно, оставайтесь и смотрите. Погода, предпраздничная суета. Снежок за окнами, с тобой сегодня мы решили вместе чудо ждать. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке. Топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. Давай забудем все обиды, забудем темы ссор пустых. Развешаны на елке топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. Бабушка, тебе вот это. А вот у дедушки. Что ты раздаешь? Твое. Ой, мама, а что это? Юлька. Это тебе. Юле маме, с Новым годом. Юле маме, понятно, делаешь. Маньян. Пусть мечты сбываются. Новым годом! Спасибо! Потом пусть мечты сбываются, всегда желаю прекрасного настроения. Без Нового года не наступит следующий год. Это щедрый праздник. Спасибо большое! Нам может быть немного грустно, ведь год прошел, но все равно начнется день другой, наступит Новый год. Нам в окно хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке. Топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. Под елкой вновь подарок появился. Оказывается, для Марианны. Чтоб я так жил. Давай, что там?